Знаменательную дату отмечает наш город. В декабре уходящего года исполняется 50 лет со дня присвоения ордена Ленина Ульяновску. Этой высочайшей награды ульяновцы удостоились 11 декабря 1970-го за успехи в развитии народного хозяйства 8-й пятилетки, которая стартовала в 1965 году. За короткий период объемы промышленного производства увеличились в два раза. 28 цехов появилось на предприятиях. В то время построили почти 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Также Ульяновск развился в научно-культурном направлении. В 1970 году построили уникальный в своем роде Ленинский мемориал. Так Ульяновск стал интересен для туристов со всего мира. Ульяновск на тот момент был единственным городом Советского Союза, где была апробирована практика, как бы мы сейчас сказали, кластера. То есть для приема большого туристического потока был не только создан Ленинский мемориал, была не только создана вся научная концепция музея, но и создана вся инфраструктура. Появились объекты, без которых невозможно представить наш город. За несколько лет выросли гостиница «Венец», дворец пионеров и областная детская библиотека. Также построили новое здание первой гимназии и железнодорожный вокзал «Ульяновск-Центральный». В конце пятилетки наш край получил своеобразный бренд «Родина Ленина». К 1970 году, в году столетия Владимировича Ленина, со дня рождения, город стал... Облик его стал соответствовать городу Ульяновску, городу Ленина, крупному областному центру, центру науки, культуры, промышленному центру. Ульяновцы гордятся своим городом, а иностранцы и гости из других областей считают Ульяновск особенным и уютным. Вообще сам наш город, город Ульяновск, родина великого человека, меня вызывает гордость наши крупные предприятия, такие как «Авиастар», Ульяновский автомобильный завод, завод тяжелых станков, который сейчас называется ЗТС-У. Недавно вот мы были на этом предприятии и могу с гордостью сказать, что оно работает. Площадь у нас прекрасная, елку у нас ставят прекрасную, и руководители о нас заботятся. Все хорошо. Но в театр редко посещаем сейчас. Люди очень хорошие и добрые. Мне нравится, когда я... магазины смотрю, они добро общаются, ну, короче, они хорошие люди. Откуда вы приехали? Из Туркменистана. Ну, у меня есть чем сравнивать, я жила в Самаре, по сравнению с Самарой мне очень нравится наш город. Ну, предприятие у нас самое большое, это УАЗ и Авиастар. Ну, то, что я раньше жил всегда в новом городе, и благодаря этому сюда переехали родители. Я благодарен, это самая большая достопримечательность. Авиастар наша. У нас много... родилось и было здесь известных художников, писателей. И тротуары стали лучше, и какие-то новые здания. Я увидела, даже сфотографировала вот там на окраине такие красивые дома. Это просто прекрасно, молодцы. Ну и жители очень вежливые, гостеприимные, подскажут. Мне понравилось у вас. Высшей награды удостоилась и Ульяновская область. Орден Ленина нашему региону дали 20 апреля 1966 года. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов, Александр Кудряшов. Новости Улправды ТВ.